трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает частным компаниям заниматься установкой камер фото-видеофиксации нарушений ПДД и рассылкой писем счастья. Разумеется, за определенный процент от штрафов. Причем собираемые с автомобилистов деньги пойдут исключительно в региональные дорожные фонды. Таким образом, прогнозируют федеральные чиновники, на ремонт автотрасс удастся дополнительно привлечь 60 миллиардов рублей. Трасса 101. В Нижнюю палату российского парламента вскоре будет внесен законопроект, предусматривающий для водителей штраф в 500 рублей за стоянку на газоне. Местные штрафы в Кирове, например, от 3 до 5 тысяч рублей, предлагается отменить. Соответствующий пункт будет включен в правила дорожного движения. Трасса 101. Знак ограничения скорости, возможно, будет выглядеть иначе. Специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предложили, во-первых, увеличить его, а во-вторых, добавить светло-зеленый фон. Так считают ученые, знак будет более заметен для водителей. Опробовать новшество планируется на платных участках автотрасс. Трасса 101. Один из столичных юристов обратился в Верховный суд с просьбой запретить инспекторам ДПС останавливать водителей для проверки документов в любом месте. Норма, напомню, действует с октября прошлого года. Правовед уверен, что это ограничивает права и свободы граждан, плюс увеличивает риск коррупции. Рассмотрение дела назначено на 12 февраля. Сам заявитель считает, что суд вряд ли встанет на его сторону. «АвтоВАЗ» в феврале начнет выпуск спортивной версии «Лада Веста». От обычной модификации седан будет отличаться иными колесными дисками, увеличенными воздухозаборниками, спойлером на крышке багажника и двумя патрубками выпускной системы. У машины уменьшат дорожный просвет и перенастроят подвеску. Какой мотор получит новинка, пока не ясно. По одним данным, это будет агрегат объемом 1,8 литра мощностью 149 либо 180 лошадей, по другим – объемом 1,6 мощностью 140 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.